Всем привет! Сегодня мы в центре городка Хендерсон, Невада. Это прям рядом с Лас-Вегасом. То есть Лас-Вегас и Хендерсон – это как бы одна конгломерация. Сложно сказать, где Лас-Вегас кончается и Хендерсон начинается. Это город, в котором мы живем. Это центр города, такой исторический, как говорится, даунтаун или исторический городок. И здесь сегодня будем делать инспекцию на экологию. Так как Рему исполнилось 3 года, чтобы обновить регистрацию, требуется сделать экологию на нем. До 3 лет машина на гарантии, поэтому считается, что экологию делать не надо. В Неваде не нужно делать инспекцию на машину, если она не коммерческая, не используется коммерчески. Естественно, моя не используется. Но нужно делать вот таким вот образом, как дядя вставляет в трубу что-то. Нужно делать экологию. Обычные машины, бензиновые, просто подъезжаешь на любую заправку, стоит небольшой киоск за 25 баксов, они подсоединяются к компьютеру снизу над педалями, там под рулем, и все. Но дизельные машины тестируют на 50 миль в час, то есть ставят на такую динамо и, как вы видите, прицепляют, чтобы не убежала. Ну, моя машина может вырвать, я-то думаю. Вот он ее поставил, 50 миль в час сейчас разгонится. И должен покрутить примерно 2 минуты, по-моему. Поехали. Вот таким образом мы делаем экологию в Неваде на дизель. Хорошее место, я сюда хожу давно, возил сюда старый грузовик тоже. А, всего 30 секунд, я вспомнил, 30 секунд надо. Сюда возил старый грузовик GMC. Они за 45 баксов это делают. Обычно это около 60 стоит. Без всякой... Не нужно ничего согласовывать. Просто подъезжаешь, они сразу же это делают. Вот такие дела. Наверное, 2 раза он будет крутить. Я не помню уже, как они это делают. Ну. И все. Сейчас он по компьютеру пошлет это в автоинспекцию. Я приду домой, положу кредит-карточку на сайт, и все будет оплачено и сделано. Все на год.